Привет, с вами Раиль Арсланов, и вы попали в хижину музыканта. Сегодня разберем новую, лайтовую и просто прекрасную песню группы «Нервы» «Лампами». Сразу скажу, песня нелегкая, особенно для начинающих гитаристов. Но моя задача заключается сегодня в том, чтобы показать вам максимально приближенную к оригиналу партию гитары Ромы. Так что по традиции сейчас смотрим мой кавер и приступаем к разбору. Поехали! Тысячи дорог за спиной, и ни одной домой замечил раны тишиной. Замерзать в жаре и до утра гореть, солнце заменяет лампами, индикаторами, ватами. Порванный темп и грязный звук, он никогда тебе не будет врать. Люди прячутся за тем, кем они кажутся. Я не хочу мне нечего скрывать. Я хочу играть. Тысячи дорог за спиной, сгорело сной, не смешной цепи рентгеной. Что ты хочешь знать, чтоб так глубоко копать? Мою душу полезли, обнаружили лезвие. Чисто сердце стук, подорванный темп и грязный звук, он никогда тебе не будет врать. Люди прячутся за тем, кем они кажутся. Я не хочу, мне нечего скрывать. Я хочу играть. Друзья, прежде чем приступим к разбору, хотел бы вот сделать небольшое лирическое отступление. Мы тут с Пикачу лежим да грустим. А все почему? Потому что очень много авторов на Ютубе страдают нехваткой подписчиков, друзья. Действительно, они снимают качественный материал, стараются. Но из-за того, что вкусы молодежи испорчены, они не поднимаются в топы. Да какой там в топы? Даже просто банально не имеют достаточного количества подписчиков. В общем, в рейтинге YouTube они находятся в самых низах. Это очень обидно. Я сам вот знаю одного парня по имени Алексей Павлов. Мы вместе начинали творчество на YouTube. Он меня даже поддерживал по вопросам камеры, настройки камеры, съемок и так далее, за что ему огромное спасибо. Друзья, и по этому поводу я бы хотел сегодня его поддержать. Давайте вместе его поддержим и подпишемся на его канал, который называется Мистер Павлов 911. Его канал, к сожалению, не выстрелил, как мой, но в нем действительно много-много интересной и хорошей информации, хороших роликов на тему развлечения, творчества и саморазвития. Я бы лично смотрел такой блог. И мне не жалко поддержать данный канал, потому что он вот от чистого сердца действительно хороший. Таких каналов мало. Ребята, подписывайтесь.
Буду показывать все партии от лица гитариста, чтобы вы без всяких записей, табулатур сразу поняли, как зажать гитару и сразу же применили данные фишки и постановки у себя на гитаре. А только что вы прослушали кавер, и там имеется вступление, довольно нелегкое. Сейчас покажу, как ее играть. Вот такая вот партия, друзья. Давайте медленно посмотрим. Очень много хаммеров и пул-оффов, если заметили. Сразу начинаем с хаммер-она на четвертой струне. Дергаем четвертую струну. Потом зажимаем ее на втором ладу. Хаммер-он получился. И дергаем третью открытую. То есть вот такой вот должно получиться. Еще раз повторим. Потом зажимаем пятую струну на третьем ладу. Четвертую струну на пятом ладу. И третья струна остается открытой, и по этим трем струнам бьем. И потом зажимаем третью струну, тут же, не отпуская вот эти два пальца, третью струну на втором ладу. Итого получается. Еще раз. Потом удар вверх по двум струнам и хлопок делаем. Но это вам нужно в розетке делать. Я показываю здесь, чтобы удобнее было. Потом после хлопка дергаем пятую струну. И первые вот эти струны. Третью, четвертую, то есть тоже дергаем. Итого, сейчас попробуем еще раз. То есть после хлопка потом дергаем пятую струну вниз, потом четвертую и третью струну вверх, и тут же срываем мизинец на третьей струне, чтобы открыть ноту соль. Попробуем все соединить сначала. Молодцы, если все это получилось. Дальше. Второй блок. Зажимаем пятую струну на втором ладу, третью на втором ладу и вторую струну на третьем ладу. Четвертую струну заблокируйте мизинцом указательного пальца. Вот такой вот аккорд получиться должен из трех звуков. Си, ля, ре. Получается. Тоже делаем удар вниз, вверх, хлопок. Первую струну тоже желательно не цеплять и заблокировать первым пальцем указательным. Он зажимает еще вторую лад пятой струны, кстати. Дальше открываем этот аккорд, убираем указательный палец, открываем так, четвертую, третью струну на втором ладу зажимаем и вторую струну на третьем ладу. И удар вниз. Делаем удар вниз и слайд на четвертый и пятый лад нужно сделать. То есть мы изначально находимся на втором и третьем ладу, но делаем слайд на четвертый и третий лад. Потом удар вверх, зажимая первую струну на третьем ладу. Запомнили, да? Еще раз. И хлопок после удара вверх. Еще раз. Дальше нужно сделать непростой прием. Три раза пул-офф. То есть, вот такой вот прием. Зажимаем мизинцем восьмой лад второй струны. Все это мы делаем на второй струне, но уже изначально готовим указательный палец на пятом ладу второй струны. Тоже зажимаем здесь. Вот. И блокируем первую струну, чтобы когда мы срывали, первая струна не звучала. А вот такой вот звук приглушенный был. Это все благодаря указательному пальцу. Итого делаем срывы. Так, раз, два, три. Три раза подряд. То есть с восьмого лада на седьмой, то есть. Тут же с седьмого лада на пятый. То есть делаем три раза подряд срыв. С восьмого лада на седьмой.
потом с седьмого на пятый. Только за один щипок это нужно сделать. Вот один раз дернуть и сделать. За один щипок. То есть раз, два, три. Три спуска. Три срыва. Срываем вниз. То есть вот раз, вниз сорвали и второй. У меня не звучит первая струна. То есть она не мешается благодаря ребру указательного пальца. Вот он здесь блокирует струну. И все нормально. И потом зажимаем третью струну на седьмом ладу. Итого получается. Медиатором вверх дергаем, кстати. Первый удар производит медиатор вниз. А вот седьмой лад, третью струну нужно сделать ударом вверх медиатором. Потом следует предпоследний элемент, резко перемещаемся вот сюда, зажимаем шестую струну на восьмом ладу, а пятую и четвертую струну на седьмом ладу. Но четвертую струну мы зажмем на седьмом ладу еще дополнительно. То есть здесь мини-бары можно поставить на весь лад седьмой, чтобы удобнее было. Дергаем вот как раз таки шестую струну, потом пятую на седьмом ладу, потом удары вниз по четвертой и третьей струне. Третья струна зажата на седьмом благодаря барре. Что должно получиться? Дергаем шестую струну, пятую на седьмом ладу, потом четвертую с третьей струны. Вниз, вверх, медиатором делаем. То есть два раза. Раз, два. Потом зажимаем мизинцем. Так, десятый лад четвертой струны. Тут три раза воспроизводим эти две струны, четвертую и третью. Раз, два, три. Раз. Потом убираем мизинец и дергаем четвертую и третью струну, только четвертую на седьмом ладу. Получается, смотрите, зажимаем барре на седьмом ладу с пятой струны. Шестую струну зажимаем на восьмом ладу. Дергаем шестую струну. Потом пятую струну на седьмом ладу. Потом четвертую с третьей, четвертую на девятом ладу. Потом зажимаем мизинцем четвертую струну на десятом ладу. Три раза делаем удары вниз-вверх, вниз и удар вверх происходит вот на таком вот аккорде. Все, давайте попробуем соединить до этого места. Дальше что у нас идет? Дальше зажимаем третью струну на пятом ладу и делаем опять-таки тройной спуск, три срыва подряд приемом pull-off. Вот так нужно сыграть. То есть с пятой срываем на четвертый лад, потом с четвертого лада на второй, потом второй лад срываем на открытую струну. То есть срываем с пятого лада на четвертый лад, потом на второй, и открытая третья струна остается. То есть это нужно сыграть четко, сильно, чтобы слышно было, что вы срываете. А то, конечно же, легче сыграть на каждый лад, на каждую ноту отдельный удар медиатором. Но это будет долго и слышно, как бы стучите. А так все гладко и легато получается. Этот прием, по сути, называется обратная легато. Нисходящая легато, то есть. Да? Дальше желательно зажать четвертую струну на втором ладу третьим пальцем безымянным и сыграть шестую открытую. Вот такой вот перебор ми-минорный. То есть шестую, четвертую, третью, четвертую струну и слайд на пятый лад сделать этим же пальцем. То есть потом зажимаем вторую струну, не отпуская четвертой на пятом ладу. Срываем на третий лад второй струны. Потом дергаем третью открытую. И тоже хаммер-он на второй лад делаем. Сверху, да? Итого получается. Как видите, очень много хаммер-онов, пул-оффов и растяжек вот таких. Поэтому в этом и сложность. Осталось целиком прогнать вступление и приступить к куплету.
Сжимайте струны теми пальцами, которыми я зажимаю, потому что это наиболее удобный вариант, где все струны звучат и более-менее удобно, и быстро можно перейти на другие струны и лады. Давайте повторим. Дальше уже начинается первый куплет на таких вот аккордах. Аккорд С5. Разновидность аккорда до. Зажимаем пятую струну на третьем ладу, а четвертую и третью на пятом ладу. Первые две струны остаются открытыми. Это квинт аккорд по сути, но видоизмененный. Вот это квинт-аккорд. Квинт-аккорд до. Потому что вот это тоника до. И вот это через одну, третья струна тоже обозначает ноту до. А вот эта нота, это нота соль. Квинты получают до, соль. Поэтому квинты называют. С5. ЕМ аккорд, его вы уже знаете. Снова С5. Какой тут бой? Все подбирал самостоятельно, все слушал сам. Даже вступление очень долго и скрупулезно целую неделю вытачивал и подбирал сам. Изначально в самом легком варианте подобрал, потом уже всякие детали добавлял, которые изначально не слышал, но после стократного прослушивания услышал. Бой такой. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вверх-вниз, вниз, вверх-вниз, вверх. Вниз, вверх, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вниз, вверх. Можно пропустить один удар вверх в конце, а можно его сыграть. То есть вниз, вверх, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Или вниз, вверх, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз, вниз, вверх. Аккорд ЕМ. Незаметно все равно, это должно быть легко сыграно. Здесь на аккорде ЕМ за вторым разом играем вот такую вот фишку. То есть дергаем третью открытую струну, потом зажимаем четвертую на втором ладу, делаем хавер на четвертый лад, дергаем опять третью и с четвертого лада четвертой струны делаем срыв на второй и открываем. То есть получается. Такая фишка. И снова аккорд С5. Как это сыграть на аккорде ЕМ? Изначально играем бой. Вниз, вверх, вверх, вниз. И вот дергаем вверх четвертую струну, а третью струну. Потом вот эту фишку играем. То есть вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, вверх, вниз. Третья струна вверх. И опять аккорд С5. Аккорд АМ. Аккорд ЕМ. Дальше аккорд Д. Тот же самый бой. Попробуем спеть. Тысячи дорог за спиной и ни одной домой. Залечил раны тишиной. Замерзать в жаре и до утра гореть. Солнце заменяет лампами, индикаторами, платами. Дальше начинается припев. Аккорды G, соль, футы до, С, до мажор, аккорд ЕМ и аккорд Д. Четыре аккорда. Поехали, бой чуть-чуть меняется.
такой вот бой становится. То есть удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Почти похожи они на самом деле, просто некоторые удары отсутствуют в первом бое. Удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд С. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд М. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд Д. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И поете. Чисто на сердце стук, подорванный темп и грязный звук. Он никогда тебе не будет враг. Люди прячутся за тем, кем они кажутся. Я не хочу ничего скрывать. Я хочу играть. Заметили, да, на аккорде D чуть-чуть добавляем аккорд D sus 2. Мизинцем сжимаем третий лад, соль, то есть. И открываем потом, то есть средний палец, да. Итого, то есть на аккорде D. Заметили, да? Со второго удара вверх начинаем зажимать соль. То есть на соль играем вверх, вверх, вниз, потом вверх, вниз, делаем на аккорде третьем, на обычном D, да, и удар вверх по открытой струне. Вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Дальше продолжаем петь припев. Люди прячутся за тем, кем они кажутся. Я не хочу мне нечего скрывать. Я хочу играть. Делаем последний удар на ре. Я хочу играть. И на слове «хочу» начинаем играть уже вот этот проигрыш. Один раз играем. Я хочу играть. Я хочу. На у, точнее. Я хочу играть. И проигрывайте целиком этот проигрыш. Потом, ну, целиком один раз. Потом снова начинается второй куплет. Такой же бой, который мы уже посмотрели, как в первом куплете. Все так же. Потом можете припев два раза спеть, как он поет. Я пел один раз, потому что я не достаю те высокие места во втором разе. И потом проигрывайте наш соляк еще в конце, последний раз, и зажимайте аккорд ЕМ, но с добавлением ноты фа диез. Не так, а так. Уф, ребята, сегодня просто великолепно поработали. Надеюсь, у вас получилось разучить данную прекрасную песню. Сразу скажу, очень большой опыт приобретете после того, как освоите эту песню. Благодаря всяким фишкам, растяжкам пальцев вы много полезного с этой песни возьмете, сразу скажу. Ну и, друзья, если понравился разбор, ставьте лайки. Набираем 700 лайков, выходит следующий разбор. Благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь на музыкальный блог «Хижина музыканта», чтобы разбирать такие же клевые как песни, как песня «Нервы лампами». Еще раз напомню, что внизу в описании под видео у меня есть ссылочка на мой самоучитель игры на гитаре, который называется «Освоим гитару за 7 дней». Такой вот экстравагантный курс, который поможет вам изучить гитару за очень короткий срок. Дерзайте, переходите по ссылочке. С вами был Раиль. Пока.